Я в электростале ехал только за первым местом, не за вторым, не за третьим. Мне нужно было только первое место. Саша Карасев занимается в секции бокса 5 лет. За это время спортсмен достиг серьезных высот в этом виде спорта. Мальчик становился чемпионом города, области и России. В открытом кубке городского округа «Электросталь» спортсмен вновь стал первым. На турнире Александру предстояло сразиться с 2 соперниками. Первого ему удалось победить не сразу, а вот со вторым было проще. Благодаря тому, что он бегал, боялся, не атаковал, он проиграл. Положить в свою копилку как можно больше наград – такую же цель ставил перед собой и Рамазан Султанов. На турнире в «Электростале» он также занял 1 место. Для Рамазана это первый выездной турнир. И перед выступлением он сильно волновался. Воля к победе и целеустремленность помогла спортсмену справиться с сильными соперниками. У меня соперник был выше меня, и он был на меня килограмм выше и старше, но я его победил. Мне очень понравилось, и я буду добиваться в этом спорте самого лучшего, и я буду чемпионом. Турнир по боксу собрал в «Электростали» более 200 участников разных возрастов и весовых категорий. Оценивали спортсменов компетентные жюри со всей страны. Соревнования в Москве всегда серьезные. Вот, туда приезжают гости. Вот в прошлом году приезжал Поветкин. Вот, гость. В этом году тоже приезжал профессионал Папин, да? Профессиональный боксер тоже, но не такой известный. Молодой Папин. Вот. Ну и плюс судейство, плюс промоутеры, супервайзеры из Федерации бокса приезжали. Вот. Поэтому там всегда соревнования на высоком уровне. Спортсмены готовятся к очередному турниру, который пройдет в начале ноября в Пензе. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Первыми на старт соревнований «Стайр» вышли девочки. Им предстояло преодолеть 400 метров кролем, брасом, баттерфляем и спиной. На финиш первой приплыла Анжелика Власова. Девочка занимается плаванием 3 года. Постоянные тренировки и воля к победе позволили Анжеле преодолеть непростую дистанцию. Было тяжело, но я приплыла первой и коснулась хорошо и улучшила свой результат. Чтобы мной гордился тренер и родители. Затем на старт вышли мальчики. Им также предстояло проплыть 400 метров в комплексном стиле. Кирилл Шалыгин коснулся бортика вторым. Самым сложным для него оказались последние 50 метров. У меня не получилось доплыть последний круг баттерфляем. Поэтому я приплыл вторым. Выносливости не хватило. День «Стайра» в бассейне «Дельфин» проходит каждый год. Соревнования длятся 2 дня. В этом году в начале спортсменам предстояло преодолеть 400 метров в комплексном, 1,5 в вольном стиле и проплыть эстафету 4 по 200 метров. На второй день спортсмены проходили дистанции 200 метров баттерфляем и 800 вольным стилем. Отбираем на областные соревнования, на российские соревнования. И многие уже ездят и на зарубежные, и на мировые уровни. Это как и ветераны, так и молодежь. По итогам соревнований определили лучших спортсменов в каждой возрастной группе. Посмотреть результаты заплывов можно на официальном сайте детской юношеской спортивной школы ИКАР. Пловцы, прошедшие дистанции быстрее соперников, получат право защищать честь города на крупных выездных соревнованиях. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Голы, столкновения, борьба до финального свистка. Игра выдалась богатой на события. Каждая команда старалась забить в ворота соперников как можно больше мячей. В первом матче турнира «Золотая осень» 2019 встретились футболисты клубов «Зенит» и «Витязь» центра внешкольной работы. Ворота «Зенита» защищал Никита Ульянов. Футболом мальчик занимается 8 лет. За это время он не раз выручал свою команду из сложных ситуаций. Зоркий глаз и спортивное чутье Никиты вновь привели «Зенит» к заветной победе. Ударов было много, в защите хорошо отыграли. 1 гол только пропустили. Но мы рассчитывали на кубок, хотим взять. В этот раз у нас все получится. «Зенит» одержал победу над «Витязем» с разгромным счетом 9-1. Проигравшая команда итогом игры недовольна. На поле спортсменам не хватило сплоченности и точности передач. Не хватило комбинаций и дружности команды. Если бы мы играли дружно и
между собой и давали бы больше пасов, мы бы по-любому смогли победить, а так есть на чем работать. Турнир «Золотая осень» проходит по круговой системе. В этом году в соревнованиях принимают участие 17 команд. Их разделили на 4 возрастных категории. Спортсмены проводят на игровом поле 2 тайма по 20 минут. Турнир «Золотая осень» проходит традиционно каждый год, организовывается Центром внешкольной работы осенью среди дворовых команд, которые у нас занимаются в клубах по месту жительства, у тренеров, педагогов дополнительного образования. Победителя турнира «Золотая осень 2019» определят 28 ноября. Лучшая команда получит золотой кубок и ценные подарки. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Досрочное второе место обеспечили себе спортсмены Алексея Сереброва на первенстве Нижегородской области по футболу. В этом году соревнования проходили в 2 этапа, первый отборочный. Все сборные определялись по 3 группам А, Б и В. В каждой по 8 команд. Спортсмены в каждой зоне провели по 14 игр. Победители проходили в финал. Из всех зон в финальную часть выходило по 2 лучших команд. Из 3 зон, то есть это 6 команд. В нашей зоне мы вышли с первого места. Вместе с нами приняли участие команда из ВИКСы. Это две команды, которые от нашей зоны отобрались. И команды выходили с золотыми очками. То есть результат матча между собой, Саров и ВИКСа, уже учитывался в финальной части. В финале всем командам предстояло сыграть по 8 игр. Саровчане одержали 3 победы, 3 игры закончили в ничью и один раз проиграли действующему чемпиону первенства Кавернинской волне, которая также досрочно обеспечила себе золотую медаль. Футболисты Икара своими результатами недовольны. Говорят, что они могли обыграть кавернинцев и стать чемпионами первенства. Они, очень сильные, они собрали в состав среди всего Нижнего Новгорода из сильного. И вот из-за этого они нас выиграли. Они нас очень поджимали, на скорость нас быстрее были. Мы могли лучше сыграть. У нас еще было мало моментов, и из-за этого мы не забили ни одного гола. Впереди завершающие игры первенства. За третье место поборются выксунский «Металлург» и детско-юношеская спортивная школа из Нижнего Новгорода. Наши спортсмены сыграют на выезде с дзержинским «Химиком». Результат игры не повлияет на турнирную таблицу. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Я хочу связать свою жизнь с художественной гимнастикой и хочу ездить на Олимпийские игры, занимать первые места. Такую цель перед собой поставила воспитанница детско-юношеской спортивной школы ИКАР Мелисса Голубева. Художественной гимнастикой девочка занимается около 5 лет. В ее репертуаре уже 4 сольных танца с булавами, мечом, скакалкой, обручем и лентой. Больше всего Мелиссе нравится танцевать без предметов. Там проще всего выступать. Это, во-первых, там много можно сделать сложных элементов, прыжков, равновесий, вращений. И из-за него у меня обычно всегда больше всего баллов. Пластика и сила воли – главное качество всех гимнасток, говорит Аня Белоусова. Именно они помогают достигать высоких результатов на соревнованиях. В свои 7 лет девочка выполняет сложные акробатические элементы. Самое сложное в художественной гимнастике, по ее мнению, это растяжка и шпагат. Поперечный. Это когда ставится стульчик один вперед, другой назад. И ногу одну вперед, а другую назад. Можно поднять руки, когда мы поднимаем руки на 4 минуты. Это очень сложно, но я справляюсь с этой задачей. Отделение художественной гимнастики на базе Дюшикар существует более 4 лет. Тренируются спортсменки по несколько часов в день, а иногда даже проводят в зале все выходные. Если ты начал заниматься гимнастикой, это становится твоей жизнью. Здесь все подруги, в основном у девочек, друзья, тренер как мама, которого они, в общем-то, любят тоже. И я их тоже люблю, потому что провожу с ним порой даже больше времени, чем их родители. Воспитанницы Елены Пугачевой выступают на областных и городских соревнованиях. Каждой гимнастке тренер ставит свою произвольную программу. Благодаря Елене спортсменки получают различные разряды и выполняют нормативы кандидатов в мастера спорта. Дети ходят в этот вид спорта, конечно, прежде всего, потому что им нравится. Нравятся сами тренировки,
Нравится работать с предметом, нравится заниматься хореографией в том числе, нравится делать упражнения и, конечно же, выступать на соревнованиях. Художественная гимнастика – яркий, красивый и очень динамичный вид спорта. По словам Елены, сейчас он на волне популярности. И чтобы выдерживать конкуренцию, девочкам надо каждый раз превосходить себя, делать чуть больше, чем они могут.